моя личная позиция, когда там пишешь, что Карамышкин когда-то говорил, что хорошее, что-то плохое. Я считаю, что я по-человечески поступил в отношении Федоровой правильно. Она хороший как главврач, но она сегодня заигралась в политику. Замазеева не права. В какую политику? Наша фракция и я считаю, мы правильно поступили, потому что Федорова не стала главврачом больницы, а стала политиком. А когда это произошло? На рубеже чего? То что конфликта у нее года пол, наверное, а то и больше. Нет, она стала последние 3 недели. Лично моя позиция, я считаю, что я поступил правильно. Но вы же ее голосовали, формулировка была. Врач, хороший врач. Но вы сегодня дали голос за, а формулировка была за плохую медицинскую помощь в больнице. Еще раз говорю, моя позиция такая, Олег, ну ты можешь меня там пишешь, не пишешь, я тебе еще раз говорю. Вы попросили у вас взять комментарий, я поэтому... Моя позиция, как врач, она идеальный врач, но... Она пошла в политику делать так, не имеет права подчиненной коммунального предприятия делать так. Замазеева не права. А, я могу уточнить? По Замазеевой она не права. Я правильно и Федорова не права. Понимаю, с ней разобрались политически, получается? Нет. Но ее же уволили за ненадлежащее оказание медпомощи. Вы говорите нет. Как врач она идеальная. Но вы голосовали за как вот врач, эту формулировку. Как главврач. Да. Она ушла в политику, а не будучи врачом. Сегодня была политическая расправа или правовой нормальный механизм управления имуществом области? Фракции «Наш край» был человеческий. Нет, я имею в виду вашу оценку с точки как новой фракции, с точки зрения произошедшего на сессии. Вы поддержали решение. Вы считаете, это была политическая расправа или нормальный способ менеджмент управления в Николаевской области? Менеджмент управления. Понял. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Да, до свидания.